Нацистское происхождение государственной идеологии Армении все больше раскрывается благодаря архивным материалам. Об этом говорит российский историк и правовед Олег Кузнецов, проведя тщательное исследование на основе рассекреченных материалов. Одним из таких примеров является прослывший в Армении героем, а в мировом сообществе жестоким приспешником нацизма Карегин Жде. По мнению правоведа, Карегин Жде совершил самое гнусное и подлое преступление, которое Армения представляет героизмом. Карегин Жде 40-го года, являясь подданным болгарского королевства, тогда там было не республика, а было королевство, он сотрудничал с органами военной разведки Третьего Рейха. Потом можно говорить абсолютно объективно. Он являлся единственным источником информации для нацистской Германии о политической ситуации в этой стране и о политической ситуации в сопредельных территориях. Армянские националисты сотрудничали с гитлеровцами не только против Советского Союза, но и против других стран Европы, отмечает Олег Кузнецов. По его словам, сегодня власти этих стран санкционируют установки памятников гитлеровским преступникам. Свои нацистские стремления Ереван проявляет и в отношении других государств, которых также пытается добиться героизации приспешников нацизма. Исходя из документов, которые хранятся в государственных архивах России, мы можем говорить о том, что памятник Карегину Жде, которого представляли в качестве героя Болгарии, он нелегитимен. Он противозаконен и более того, он нарушает все современные принципы международного права. Попытки героизации Армении тех, кто под различными предлогами перешел на сторону фашизма, предпринимаются и на территории России, заявил эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов. Армения никак не может понять, что фашисты – это враги народа. Фашисты – это враги. Да? Нацистская идеология – это враждебная идеология. Значит, все должны играть по этим правилам. Соответственно, Армения, на мой взгляд, поставив памятник Жде, героизируя террористов, которые со всего мира собрались в Карабах на войну против мирного населения Азербайджана, да, вот, то есть всеми своими шагами показывает мировому сообществу, что не нужно заниматься дипломатией, когда можно террором и нацистской идеологией попытаться завоевать себе земли. Власти Армении, воздвигнувшие памятник нацисту Карегину Жде на самом видном месте столицы, до сих пор придерживаются его нацистских учений и пропагандируют идеологию человеконенавистничества, которая практически уже приобрела постоянный характер в этой стране. Шамистал Мамедов, Рашат Агамалыев, CBC.